Уважаемые абитуриенты, мы приглашаем в Институт культуры и искусств в Московском городском педагогическом университете заниматься на кафедре декоративного искусства и дизайна по направлению декоративно-прикладное искусство. Это позволит вам не только получить фундаментальные научные знания, но и приобрести колоссальный опыт в процессе выполнения художественных работ с различными материалами. Занятия проводят высококлассные преподаватели, в основном это доктора и кандидаты наук, одновременно являющиеся профессиональными художниками, которые постоянно участвуют в выставках. В процессе обучения наши студенты имеют возможность познакомиться с художественной обработкой текстильных материалов во всех ее вариантах. Это и гобелены, это и росписи. Можно заниматься художественной обработкой дерева, обработка металла, работа с другими конструкционными материалами. Это обработка и керамики с обжигом в муфельных печах, которые имеются на нашем направлении, позволяющие создавать произведения декоративного искусства размерами аж до 1,5 метров. Кафедра предоставляет все необходимые для работ материалы и оборудование. Каждый обучающийся у нас студент выбирает направление, учитывая свои пожелания, способности и возможности, что позволяет постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство. Важным фактором является то, что полученные знания можно применять как в педагогической деятельности, так и в художественно-творческом направлении. Я хочу пригласить вас к нам учиться на направление декоративно-прикладное искусство. Мы ждем вас и будем рады.